Я думаю, что хотя это, вероятно, самая последняя песня, которую она исполнила, ее голос значительно вырос. У нее так много контроля и стабильности, и к настоящему времени она действительно артистка мирового класса. Это просто фантастика. Вот и подъехали первые реакции иностранцев на замечательное видео «Байкал» Дианы Анкудиновой. Сегодня посмотрим видео от канала «Реакции Либен Титёна» из ЮАР. Вот что автор пишет о себе. Просто здесь, чтобы насладиться музыкой. И еще один среднестатистический южноафриканец, мечтающий о чудесном сообществе любителей музыки. Музыка-лекарство, в котором нуждается мир. Действительно, очень классная фраза. И, я думаю, реакция будет не менее интересной. Так что устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Приветствую всех любителей мелодий и добро пожаловать на еще одно видео с реакцией Дианы Анкудиновой здесь, на канале, где мы, конечно же, наслаждаемся музыкой. Теперь я очень взволнован этим видео. Это совершенно новый выпуск, который появился на ее канале всего несколько дней назад. На момент записи это было примерно день или два назад. Но я очень взволнован тем, что это совершенно новая песня. Судя по тому, что я могу понять, это похоже на то, что это показано в фильме, потому что я где-то видел трейлер. И теперь, читая описание этой песни, я понимаю, что «Дух Бакала» — это завораживающий и вдохновляющий приключенческий фильм для всей семьи о захватывающем опыте общения с природой, обретении семьи и силы любви. Вот и все. А также обретение семьи и силы любви. Так это из фильма «Дух Байкала» или «Байкал». Я не уверен, что правильно произношу это слово, но это сделала Диана. Это официальное музыкальное видео. Я очень рад его увидеть. Я очень рад узнать, о чем эта песня. И я думаю, что, возможно, после прослушивания этого фильма я пойду и посмотрю этот фильм, но посмотрим. Так что давай приступим к делу, а потом обсудим это позже. Просто наружу, а на берегу.
Это было действительно потрясающе. О боже мой, могу ли я воспользоваться моментом и сказать, что это, вероятно, лучшее видео, в котором я видел ее участие? Возможно, есть еще что-то, но лично я считаю, что это первое видео, которое выглядит настолько потрясающе. Визуализация в этом видео, символизм, который запечатлен в этом видео, то, как она находится под водой на протяжении большей части видео, это действительно потрясающе. Это выглядит абсолютно фантастически. Как я уже сказал, я мало что знаю о фильме. По-моему, я действительно видел его трейлер. Он действительно выглядит смутно знакомым, но мне очень интересно узнать, о чем идет речь. Так что я собираюсь пойти и посмотреть, когда это выйдет, если это уже выходит, и пойти и посмотреть это тоже. Я думаю, что Диана только что убедила меня пойти и посмотреть этот фильм. Это выглядит очень-очень интригующе. Это просто фантастика. На протяжении всей песни у тебя мурашки бегут по коже. Эти вокализации, этот звук флейты на заднем плане, все в песне погружает тебя в своего рода гипнотическое состояние и как бы ставит тебя на место маленького мальчика. Если в этом есть какой-то смысл, где ты видишь эту величественную волшебную женщину под водой, и ее голос такой гипнотизирующий. Скорее всего, это не имеет к этому никакого отношения. Но именно так я отношусь к этой песне. Тебя завораживает это фантастическое мифическое существо под водой, обладающее прекрасным гипнотическим голосом. Это просто фантастика. Это действительно фантастика. Место, которое они выбрали для съемок этого видео, привлекло всеобщее внимание и выглядит просто великолепно. Это очень-очень хорошо сделано. А теперь я хотел бы заглянуть за кулисы этого видео, чтобы точно понять, как они это сделали. Потому что большую часть видео Диана находится на воде. Я могу только догадываться, что потребовалось немало усилий, чтобы все получилось как надо. Одежда формировалась прямо в воде, а волосы все это время не закрывали лицо. Действительно, для создания чего-то подобного требуется проделать огромную работу. Это определенно потрясающее зрелище. Так что мне бы тоже хотелось побольше узнать о том, что происходит за кулисами. Ее голос всегда такой. Она умеет владеть собой. В этом есть что-то особенное. Я продолжаю повторять это в каждом видео, но в этом есть что-то такое, что заставляет тебя возвращаться к этому каждый раз. И каждый раз, когда ты слышишь это в первый раз, ты не можешь к этому привыкнуть. Это настолько уникально и выходит за рамки нормы, что это трудно объяснить. К этому невозможно привыкнуть. Каждый раз, когда ты слышишь это, ты испытываешь что-то новое. Она действительно овладела своим голосом, освоилась с ним и знает, когда и что с ним делать, чтобы он звучал совершенно необыкновенно. Это просто фантастика. Какое забавное, прекрасно сделанное видео. А еще так забавно послушать некоторые из ее новых песен. Я думаю, что хотя это, вероятно, самая последняя песня, которую она исполнила, ее голос значительно вырос. У нее так много контроля и стабильности, и к настоящему времени она действительно артистка мирового класса. Это просто фантастика. Я так взволнован. Я думал об этом на днях. Я так взволнован тем, что наткнулся на этот маленький ТикТок. Теперь я забыл эту песню, ту, которая шла вокруг другой песни. Ты чувствуешь любовь? Я не могу вспомнить, я не могу ради всего святого вспомнить эту песню, но вы, ребята, понимаете, о чем я говорю. Я так счастлив, что наткнулся на этот небольшой фрагмент видео, который позволил мне услышать голос этой удивительной женщины и проследить за некоторыми вещами, которые она делала с тех пор, как была моложе и до сих пор. Это действительно потрясающе, но я очень волнуюсь за нее. Я так счастлив видеть, что она является частью чего-то такого большого. Как я уже сказал, я определенно хочу пойти и посмотреть, о чем этот фильм. И я предполагаю, что он будет не на английском, а на русском языке, что тоже абсолютно нормально. Я часто говорю людям, что многие люди упускают из виду множество удивительных вещей только из-за языкового барьера.
Я видел так много потрясающих фильмов и сериалов, которые не на моем родном языке или на английском, что это было действительно нечто удивительное, что я бы хотел увидеть. Смотрите снова и снова. И да, я действительно смотрю это с субтитрами, потому что ты хочешь понять, что происходит, но это не мешает тебе испытать что-то потрясающее. И я думаю, что это тоже может быть один из таких моментов. Так что я очень взволнован, увидев это. Я надеюсь, что вы, ребята, тоже пойдете и посмотрите на это. Если ты видел это, я не знаю, когда это выйдет. Если оно уже вышло или что-то в этом роде, дай мне знать, что ты думаешь об этом ниже. Это просто фантастика. Мне нравится, что это новая песня, которую мы смогли увидеть, и что она также является частью чего-то подобного. Это действительно фантастика. Но я оставлю тебе это видео здесь. Я надеюсь, что вам, ребята, оно понравилось так же, как и мне. Увидимся в следующем фильме. Берегите себя, будьте здоровы и помните, что музыка — это лекарство. Действительно, все так. Музыка — это лекарство. Это был очень позитивный автор со своей реакцией на новое видео Дианы Анкудиновой. Он просто на протяжении всего ролика светился, и видно, что он излучает исключительно такую теплую энергетику, и приятно смотреть ролики такого человека. Ссылку на его канал вы можете найти, как всегда, в описании к этому ролику. Напишите ему подробности относительно фильма «Байкал», я думаю, ему будет интересно. Но если вам понравилось это видео, подписывайтесь, конечно же, на канал «Горинов Лайф». И спасибо, что были со мной, Кая. И, в общем, увидимся. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long and